вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами Нуфья Костян, Виктор Костяныч, Леха. 20 километров от поселка, нас уже берут сомнения. Короче, для троих и 100 литров бензина это очень маломощный мотор. У нас на борту 100 литров бензина, килограмм 70 груза, и мы втроем идем кое-как. Помели разгоняется, выходит на глиссер, чуть глубина, все сразу сваливается и еле едем. Короче, не вариант для наших рек больших, только для малых. Еще туманно затормозил на пару часиков. Ну что, друзья, прибыли на устье. Сейчас будем летать, смотреть, зайдем мы, не зайдем. Тяги маловато у драдулета. О, мусор. Мы все умрем! Ну и что там? Там пипец. Пипец? Ё-моё. Сходи, глянь. Очень сильный пипец. Пойду глядеть. Ту фигню, которую ты боялся, мы вообще без проблем пройдем. Да? А вот эту... Поворот? Или что там? Да. Да. О, йо. А, техника маломощная, так что не знаю, вообще получится у нас что-то из этого или нет. Вон там вижу уже через кустики что-то неприятное. Ага. Ого. Хороший слив. Идем дальше. Вот тут бы я водометом спокойно прошел. А там выше потом идет мелко. Камни. О, и остров высокий стал. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе, в дырку провалился. Чуть не исчез. Ой, бля. Островочек. Все, вон дальше там водометом уже не зайдешь. Не знаю, вытянет она здесь вот в эту штуку, нет. Пацанов можешь пешком отправить. Там перескочат до острова. Блин, не знаю. Сейчас думать будем. А может, пробовать сразу будем. Узкий проход. Вот это пугает. И очень-очень большой уклон. Сейчас еще коптером взлечу, посмотрю, как там обстановка дальше. Красота тут, погода, кайф. Главное, не размазало, чтобы нас в туннеле. Ёпарасоте. По бензину облегчились. Идем маленько уже пошустрее. Жрет, получается, наверное, где-то 650-700 на километр. Это не то, что заявлено в паспорте двигателя по часам. Ну, получается, загрузка туда-сюда. Добирали, считай, до обеда с утра. Туман нас на пару часов обломал. Короче, пердячим паром, но мы все-таки доехали до сюда.
Теперь рывок у нас. Рывок. Так, что, Лёха, не сможешь обойти, запустить там, чтобы я сразу готов был. Лёха, масса. Я включил. Давай.
Ништяк, дальше заедем. Спускаться будет по-другому все. Давай сюда! Блин, мечта. 7 лет ходили вокруг этой реки. Ну не знаю, докуда пройдем. Сейчас поворот, потом порог. Думаю, возьмем нормально все. Пацаны там вон перейдут. Там дальше! Только не передави его. Давай, запускай. А вот, да, я и хер толкну. Почему? Ну-ка, давай попробуй. Чуть-чуть нос отодвинь, может мы отсюда спихнемся с это, винтом. Вот так? Леха, запускай. Решили остановиться, попробовать. Посмотрим. Река новая, не знаем куда, что, где, как. Абсолютно. Неизвестность.
непонятно сейчас, где искать, в Улавах или на Быстрине. Есть ли тут Улава? О! Рыба, да? Оп! О, у меня еще меньше. Вообще махонький. Поклевки есть? Ох ты, ё-моё. Поклевки есть? А? Под тем берегом? Не знаю, может взлететь еще, посмотреть дальше дорогу. Деревья пиленые. Уже три встретил. Кто-то тут пиляет.
Мы еще если пару километров проедем, то все, выше не поедем. Потому что мы по бензину не вывезем. И так где-то потом вышки нам придется на малеха сплавляться. У нас получается канистр бензина на 40-м километре. И сейчас у нас полбака и 18 литров баклажка. До 40-го километра нам, наверное, не хватит спуститься. А может, по течению меньше соберем. Хер его знает. Место тут вроде ничего такого. Пацаны рыбачат. Хариус мелковатый. Где-то есть тут крупный трофейный хариус. А вот где? Знать бы. На этой речке есть или Нок, и Таймень. Ладно, будем пока пробовать рыбачить. Там ниже галечник был, на котором можно переночевать. Можно и здесь переночевать, в принципе. Где-то. Добрались уже вечер почти. 6 часов вечера. Темнеть уже. У нас уже начинает рано. Леха, он только отпускает мелочевку. Вроде место такое хорошее. Между двумя перекатами. Мелочь, говорят. Да? Нифига себе. Ну, у меня не отмечено на этой, на карте, на простой. Это есть избушка рядом, а где, не знаем. Да, порядком мы забрались, конечно. Неожиданно. Для водомета, конечно, река все-таки непроходимая. Сильно очень много долбиться придется. Жестко. А на спуске тем более. Этот идет вообще похеру. Блин, это. Начинаешь расслабляться. После водомета-то. Сначала вроде кажется, сейчас ударит камень впереди. А оно жик-жик и переполз. Опа. Стучит, стучит. Чтоб поклевок очень много. О, это что такое? Это ни хера не хариус. Есть контакт. Линок. Сики! Я там такого, такого вот поймал. А? Ну это махонький. Да что такое-то? Блин, очень много поклевок. Может, мелкий просто.
Еще один леночек. Такие килограмм по полтора, наверное. Клюют леночки, ага, есть. Нюхариуса. Почему-то крупного, ой, это мелкого много. Крупный где-то прячется в другом месте. Берут прям край пушинки у берега. У Лёхи, конечно, красивый выход на мышку был. Попробовать вдоль берега провести, вдоль кувшинок, потихонечку. Опа, блин, по-моему, тоже не хариус был. Ты чё? Новая рыбалка, новая река, на которой ни разу в жизни не были. Торнадо затянул нас сюда. Опа, блин, такой удар хороший был. Крупную муху, может, на линка здесь надо пробовать. Ох, ё-моё, туча какая идет. Не в нашу пользу. Туруханский вечером обещали дождь небольшой. Здесь не Туруханск, здесь Ивенкия, так что... Хрен его знает. Вот смотрите, блин, прям много поклевок таких неохотных. Оп. Ах ты! Отцепился. Что, ленок? Блин, катушку смазывать надо, заскрипело. О, собака. О, утки. Крахали. Леня? Маленький. Вот это еще маленький.
Ахариус. Да, смотри, вечереть как быстро начало. Да, пацан летит. Где? Вон. Ага. И как хреново, что мы так поздно добрались. Угу. Я тебя любил. Ё-моё, крупняк. Ай, блин. В глаз попало. Не пробило. Не пробило. Сбоку прям. Леха тоже отпускает. Mm-hmm. Интересно, где крупный харитон. Это стопудово на этой речке все равно где-то есть ямы, да? Мы об этом не узнаем ни хрена. Что есть? Ямы. В смысле ямы? Ну ямы, большие ямы. Зимовальные, где рыба встает на зиму. Да вон тебе под столами. Ну, там... Леха, погнали. Что, смотреть будем? Да. Знаешь, пока это будет, если получится, вы избушки переночевать. Это может просто путик. Может. Или тропа к избе, или путик. Или тропа к избе, или путик. Ну все, друзья. Речку посмотрели, маленько порыбачили. Скоро начнется дождь. Встаем на ночлег. Ночуем. Ну и до завтра. Всем не хватает чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке, друзья. Надеюсь, завтра мы с утра все-таки насладимся рыбалкой. Сегодня вон приехали, у нас всего 2 часа рыбалки. И все, уже вечер. Короче, добирались мы очень долго. Говорю, туман еще с утра тормознул капитально нас. Блин, там самоходка, вот, которую я снимал на квадрокоптер, проходила. Надо было просто к ней зацепиться, может было и бензин сэкономить. И в тумане с ними пройти. Они по навигаторам ходят, эхолотом. Ну, торнадо нас довез, куда хотели. Хочется, конечно, дальше. Маленько проезжали дальше. Еще 2 километра, наверное. Ну, блин, все, по горючке мы просто не увозим. А так хочется, там есть на этой реке категорийный порог. Хотелось бы тоже на него посмотреть. Там 3 ступени, говорят. Сплавщики тут иногда бывают. Как-то вот так. Первый день на сегодня закончен. Все, скоро прям уже. Минут через 20 дождь брызнет.